Как он правильно деградирует? Ну, для начала, в общем, если ты мужского пола, бери женский персонаж. Вот это поворот! Ну что, друзья, всем привет! В этом видео я хочу показать, как деградирует человечество в VR-чатах. Давайте посмотрим. Не так. Снимай меня, блин. Все, ты снят. Вот видите, я же говорил, деградирует. Съемка запрещена. Здравствуйте, медведь. Я долбоеб из VR-чата. Привет, нормально. What the f... Уганда, let's go, Уганда! Так вот, друзья, смотрите, деградирует полностью не только YouTube, но и, собственно говоря, и видите, остров, который называется Уганда. И видите, я тут просто... Я записываю, как вы деградируете. Вот, короче, смотрите, вот есть такой мем, я так понял, в интернете, да, что вот такие вот люди такие маленькие, они типа ищут какого-то командера в Уганде, и куда-то вот, видите, do you know the way спрашивают, where is my commander? Вот так вы говорите, правильно? Do you know the way? I know the way. Do you know the way? Yes, I know. Пойдем, короче, you don't know the way? Что вы ко мне все пристали? Guys, guys, he is my dog. Смотри, что я могу. Аф? Ugly dog. Ну давай, скажи, погавкай. Так, ладно, ребят, короче, пойдем дальше деградировать по мирам, посмотрим, как вообще народ. Ну, тут вообще, на самом деле, сравнительно весело, но все напоминает очень жесткую деградацию. Кетчуп летает и по-чё? А, вот. Ребят, я просто беру интервью. Есть кто-нибудь, с кем может дать интервью? Ну, как деградирует вообще человечество? Это обратился по адресу. Ну вот, давайте пойдемте. Кто пойдет со мной? Пойдемте. Кто русский, пойдемте со мной. Куда им мы там, давайте уединимся. Где эта кроватка есть? Это не одно из этих интервью, которые типа потом раздеваетесь, да? Почему? Нет, я еще просто кровать. Вот, давайте, заходите. Нам нужна только кровать и все. Для интервью. Так, как тебя зовут? Ну, за что, не видишь, меня зовут Мэй. Хорошо, а скажи, пожалуйста, почему ты деградируешь? Потому что жизнь такая сложная штука. Ну, это тебе деградировать в VR-чате? А, ну да, безусловно. Кто-то захочет, допустим, прийти в VR-чат, как правильно деградировать? Ну, для начала, в общем, если ты мужского пола, бери женский персонаж. Угу. И чтобы, короче, тебя называли трапом. Кем? Кем называли, прости? Это транс. А, трансом, общем, понял, трап, да. Ну, а, угу. Трап, ну, в общем. Просто все, что я знаю об этой игре за пару дней, это то, что здесь есть Кнокл, за которые тебя окружают, спрашивают, можешь ли ты их провести куда-то там, я даже не знаю куда. Угу. У них еще есть там какая-то Уганда World, и, короче, еще они тебя обхаркивают и называют трапом. А что, этот... мне уже раздевался? Да, вот я хотел, я как раз таки про это и хотел. Давай, ложись. О, give me, what is this? It's mustard. А, вот так вот надо сделать, да? Here? Вот так, yes? No? Yeah, sure, sure. Майонез? Майонез, это... А, я думал, что это такое? Держи майонез, хочешь майонез? О, слушай, я знаю, зачем он принес майонез. Раздевайся, покажу. Давай. Ну, у меня даже майонез есть. Оба-на, сколько набежало. Yeah, give me that. No, no, give me that. It's fine. Thank you. Тебя забрали майонез. Ну, я только хотел знать, что там на тебя майонез, а не взяли, отобрали. Кто не после этого? Ну, если у тебя типа этот, VR... Да, у меня такой, знаешь, VR-монитор за 100 долларов. О, батя, это батя пришел. Батя в здании, вот тут вот у меня. Из Уганды? Да. И как там в Уганде? Мой король, отлично. Он меня кормит. Какой там курс доллара сейчас? Там биткоины. Там биткоины? Угандские? Только биткоины, да. Ничего себе, круто. Да. Почему ты деградируешь в VR-чате? Вот такой у меня вопрос. Почему я деградирую? Я тут развиваюсь. Развиваешься? А как, расскажи. Я учу английский язык, да. Я маме говорю то, что я изучаю английский. А, ты маме говоришь, а на самом деле здесь сиськи трогаешь других персонажей, да? Да. Ну это все, что ты делаешь здесь? Я специально выбрал маленький скин. Ну это я понял, а зачем ты выбрал маленький скин? Чтобы смотреть под юбки анимешным тянкам. Слушай, ну ты продвинутый чувак, ну молодец. Жалко, ты не анимейтян. Я бы залез. А мой какой-то там член нарисовал. Ну, я так, ну, фантазия, да, да. Я же говорю, люди деградируют. Только член. Я могу сердечко нарисовать. Вот, каждый только член рисует, смотрите, вот. Один член. Ребят, фантазия что, заканчивается сразу? Сердечко, а что-нибудь, ты что-нибудь... Дай мне карандаш. Ты удиви меня. Удиви меня, удиви. Я могу удивить, смотрите. Это самолет. Куда-то бегать, стирать все. Слушай, хотел, вот я тут просто беру интервью по поводу деградации общества виртуальной реальности. Не хочешь чем-то рассказать? Мы отдыхаем. Типа в школе каникулы или что? Ну-ка в школе. Ну, я вообще не учусь. А мне говорили, что первый, кого вы тащите в виртуальную реальность, это будут трансы. Тебе не наврать. I know the way, yes. I am looking for my commander. Чё? Походу, вы даже не в теме, мимо. Ладно. Я король Уганды, я совсем не
Ты король Уганды 20-го сервера? Нифига себе. Достижение. Запиши король себе в резюме, потом будешь, когда пойдешь на работу, скажешь: я король Уганды 29-го сервера. Возьмите меня на работу уборщиком. То есть у вас, по сути, получается два варианта, да? То есть это либо деградировать с помощью наклосов. Горчат самое то для общения, для нахождения друзей. Правда, у меня нет друзей. Фейл, да? Ну а что еще сделать? Ну, я не знаю, это сиськи трогать и друг друга, что еще? Ну, если бы чувствовалось, это братан. Ой, есть виртуальный шлем, я думаю, чувствует. Главный вопрос, зачем вы здесь все это дело деградируете? Ты не любишь деградировать? Да. Не, я не люблю деградировать. He don't like degradating. What the fuck? Итак, друзья, записываем интервью номер 4. Как деградируют люди в VR-чате? Как деградируют люди в VR-чате? Не хотел об этом рассказать. Он Уганда. Я из Иркутска. Из Иркутска? И как там в Иркутске? Есть своя королева? Иркутский Соник? Так, ну допустим, я сел. Мне бы водочки. Ага. Венцо, так. О. Не, мало было, еще неси. Это водка вообще или что? Это текила? Ам-ня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 м. Неси еще одну. О, это Моника пришла? Отсоси у Соника. Мы тебя ждали, кстати. Ты знала? Слушай, а почему ты находишься в мужском туалете? У нее хуй. Логично. А вдруг это женский? Вы ничего не можете доказать. Почему? Пойдем посмотрим. Вон у тебя хуй. Подожди, смотри, тут есть прямоугольник и там есть трапеция. Что это значит? Это хуй. Вот это мужской получается. Вот это ваше, вот, значит, вы и в моей. А что, ребята, вы смотрели, ничего не до подбивка, реально там что-то такое торчит? Я говорю хуй, да, вот. Ничего себе. Ай, он бежит. Ай, он... Что? Он маньяк. Расскажите про ваше деградантское сообщество. А, ну, короче, смотрите, вот у нас нация — это деградация полная. Нация — деградация. Мы живем как деградаты. Ну, потому что вы в Уганде живете. Да. Так. В общем, вот у нас такие... Ребята, вот реально, соцопрос реально. А сколько вам 7 лет? Нам 54. Ничего себе. Им тоже 54 тысячи. Вы все деграданты. Ты себя видел, блядь? Ну, как бы, да. Когда стоит... Слушай, а ты себя видела? Говорит, что ты деградант. А ты себя видел? Ты вообще женщина. Так что молчи. Ребята, немножечко внимания, послушайте, пожалуйста. Давайте на сцену выйду, чтобы все понимали, что я говорю. Вы все деграданты. А ну иди сюда. Иди ты нафиг. Это твой пес? Слышишь, у меня появился бизнес-план. Давай, легализуем соль, так. У нас начинают покупать много соли, а где мы ее возьмем? Наркодилер. Возьмем соль у наркодилеров, понял, логично. И потом засунули всю соль в жопу инопланетянина тому, да? Вот жопу сейчас нарисую, такая-то вот жопа. Ну что по политическому аэропорту? Да, нет, логично. А подожди, слушай, смотри, а если пакет порвется, и сейчас ляду его высыпаться в жопу. Но... Ты знаешь, что его накроет? Так он же инопланетянин, доза там, знаешь, какая может быть большая. Так это межгалактическая доза. Межгалактическая доза, да. Немецкий танк «Тигр» на площади в Америке, на самой знаменитой. Вы все деграданты. А ты это сигнализация, что ли? Я не понял, в чем ваши проблемы. Ни хрена, если человек заморочился. Ты вот в жизни можешь подойти и так плюнуть ебало человеку. А я могу. Ну я понял, что ты главный деградант на этой комнате. Просто, ребят, что сейчас сюда зашел? Ты хотел пускать, что вы все деграданты. Да, спасибо. Спасибо. Вау, это червь какой-то. Похож на мой член. Как правильно деградировать? Ну, в смысле, ты заходишь в VR-чат и, типа, вот, все оно у тебя уже на глазах. Что у меня на глазах? Вот, все то, что происходит нынче в этом мире. И как ты к этому относишься тогда? Я один из представителей деградантов нынче. Это такая раса, типа, появилась новая, да? Да, видишь, два гнома, два долбоеба. Это твой друг?
Ну, теперь похоже, да. You're a stupid fucking cunt. Go ahead and run your mouth. Я журналист, да, я изучаю виртуальные миры. Я хочу спросить, ну, первый самый простой вопрос. Как правильно деградировать? Надо научиться варианты глупить ответа сначала, есть? Вот так. А потом плеваться. Что ты делаешь? Вот так деградируешь. Можно еще все вместе петь? Давайте со мной. Давайте. Вот так? Да, вот так вот и деградируют люди. А что это за комната, расскажите мне про нее? Это секретная комната. Другой расскажет, я не знаю. Только для русских. Только для русских? Только русские тут тусуют. Да. И что вы здесь делаете? Мы превращаемся в феликсов. А я думал, вы превращаетесь в девочек вот таких. Ну, это и есть это феликс. Это не девочки. Ты хочешь заглянуть ко мне под юбку? Нет, я не такой. Я покажу. Раз, два, три. Одна не успела, ребят. Одна не успела. Челик стал перед... Вот, маленькие мои грязные проститутки.